Невероятно! Взять их. Пророчество гласит, что два сына Адама и две дочери Евы явятся, дабы победить белую колдунью и положить конец долгой зиме. Боюсь, вы ошиблись. Мы не герои. Ошибки нет. Аслан уже в пути. По мотивам знаменитого романа Клайва Льюиса. Аслан, нам нужна твоя помощь. Знаю, но помните, будущее Нарнии зависит от вашего мужества. Раз Аслан желает войны, он ее получит. Некоторые дороги уводят нас далеко от дома. Некоторые приключения приводят нас к нашей судьбе. Числом они намного превосходят нас. Не в числах кроется победа. Да, но с ними как-то проще. За Нарнию! Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф.